Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Хочу с вами поделиться простым и вкусным рецептом яблочных пирожков. Готовятся эти пирожки очень быстро, так как будем использовать готовое тесто фило. Тонкое хрустящее тесто и яблочная начинка никого не оставит равнодушным. Берем один лист теста, смазываем растопленным сливочным маслом, накрываем вторым слоем, также смазываем маслом. Далее накрываем третьим. На третий выкладываем начинку. Начинку я готовила заранее. Для этого яблоки моем, удаляем кожуру, сердцевину, натираем на крупной терке, добавляем сахар по вкусу и тушим до испарения влаги. В конце добавляем корицу. Даем начинке остыть. Далее тесто делим на небольшие равные части, выкладываем на поддон, верх смазываем растительным маслом и ставим в духовку. Духовку заранее разогреваем до 190 градусов, выпекаем до зарумянивания. После того, как пирожки хорошо зарумянятся, достаем их из духовки, даем полностью остыть и посыпаем сахарной пудрой.